Сельское хозяйство играет важную роль в социально-экономическом развитии любой страны, поэтому важна государственная поддержка отрасли ввиду значимости сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности, отметил вице-президент Бадр Агумов, представляя коллективу нового министра сельского хозяйства. Экс-министр сельского хозяйства Амиран Какали поблагодарил коллектив за совместную работу и пожелал новому руководителю Беслану Джопа плодотворной работы. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопу отметил, что впереди у ведомства большая нелегкая работа, нацеленная на решение актуальных вопросов сельского хозяйства. Это статус для сельского хозяйства, для аграрии и для сельчан, и для села. И все, что мы сможем сделать, это то есть, когда член правительства на уровне первого заместителя, то есть премьер-министра, может решать вопросы, касающиеся сельского хозяйства, я думаю, видимо, будет какая-то польза от этого. Мы можем более уверенно отстаивать свои позиции. И прежде чем согласиться, у меня был разговор с премьером и с президентом, где они, вот вице-президентом, я извиняюсь, где они заверили, что окажут большую поддержку в этом. Поддержку в том, что мы будем правильно представлять им, предлагать проекты, связанные с нашим селом, правильно выверенные, полезные для наших сельчан, для сельского хозяйства. Новый руководитель был представлен сегодня коллективу Государственного управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Дмитрий Ацым своим сотрудникам ЖКХ представил первый вице-премьер, министра сельского хозяйства Беслан Джопуа. Человек с 2007 года в вашей отрасли на разных должностях, после окончания учебы именно вот по строительной части, немного и агроинженеры наши вот коллеги тоже. И тем не менее, вот промышленное, жилищное, строительное вот образование, видимо, дало ему возможность работать в вашей сфере. Бывший начальник Госуправления по архитектуре, градостроительству и ЖКХ Игорь Миквабия пожелал успехов Дмитрию Цымспе на новой должности. Он также поблагодарил коллектив за проделанную совместную работу. Я благодарен вам за то, что вы меня очень тепло приняли в свой коллектив и оказали максимальную поддержку во всем. Ира Яковлевна, вам в первую очередь большое спасибо. И я надеюсь, что ваш бесценный опыт будет как-то передан молодому подрастающему поколению. Дмитрий Цымспе, в свою очередь, поблагодарил руководство страны за оказанное доверие. Надеюсь, будем и дальше хорошо и плодотворно работать. У нас много впереди планов. Со всеми с вами знаком. Знаю всех вас отлично, как высококлассных специалистов. Поэтому будем работать. Продолжать. Государственное управление по строительству и ЖКХ вносит в кабинет министра в установленном порядке проект нормативно-правовых актов по вопросам строительства, архитектуры, градостроительства. Осуществляет государственный архитектурно-строительный надзор за качеством строительства и правильностью приемки объекта в эксплуатацию. Алика Трапшина, Алгухава, Абхазское телевидение.